и видим то, что он полностью забит. Так вот, здесь он. Всем привет! Сегодня мы рассмотрим причину постороннего шума на автоматической трансмиссии A6MF1 на автомобиле Kia Sportage 2012 года выпуска 2 литра полный привод. Данные автоматические трансмиссии устанавливаются на весь модельный ряд Hyundai Kia, на дизельные устанавливаются серии LF, на объемы до 2.4 и на передний на полный привод серии MF. Платформа у трансмиссии одна и та же. В данном случае появился посторонний шум, начиная с зимы этого года. После прогрева и коробки и двигателя шум исчезал. Далее, когда он начал проявляться уже при езде, это с наступлением лета и жары плюс 30, то было принято решение продиагностировать автоматическую трансмиссию, потому что так ездить было уже невозможно. Здесь у нас посторонний шум, который исходит от коробки. Автоматическая трансмиссия A6MF. Сейчас будем проверять правильность вердикта. На паркинге я ничего не слышу. Включаем реверс. Что такое постороннее? После включения реверса, что такое постороннее в трансмиссии происходит? Звуки такие непонятные. Так, тронемся на задний. О! Теперь на драйв. На первый звук, на второй. Было принято решение демонтировать трансмиссию для последующей дефектовки. Звук даже проявляется при удерживании на тормозе драйва либо реверса. То есть мы никуда пока не едем, но включили драйв либо реверс, а ногу держим на тормозе. Со стороны задней крышки он менее интенсивный, он в этой части побольше, по большей части в этом месте, где находится масляный насос и фильтр. И, соответственно, гидроблок. Здесь мы будем демонтировать трансмиссию. При таких посторонних шумах ничего здесь придумывать не стоит, ввиду того, то, что это механическая проблема, ее по-другому не решить. Сливаем масло для начала, посмотрим, что здесь с маслом. Ну, его только менять, потому что мы будем перебирать трансмиссию. Масло подгорело, цвет хороший, то есть оно практически идеальное, но масло подгоревшее. Как бы фрикционом логическое завершение не настало. И гидроблоку. Лучше пускай масло будет темное, но без запаха, чем оно будет горелым. Потому что даже свежее масло, если оно подгорело. Отсоединили раздатку. Здесь шлицы в порядке, на дифе тоже все нормально. Это болезнь модельного ряда данных трансмиссий с полным приводом. Будем ее разбирать полностью и смотреть. Сняли колокол. Это масляный фильтр, масляный насос. Отличительная особенность – запах гари от коробки исходит очень сильный. Хотя масло, как мы видим, масло неплохое. Будем дальше разбирать, посмотрим, в чем причина. Демонтировали колокол, масляный насос, фрикционы под масляным насосом.
Вот первый пакет, как он выглядит здесь. Ну, его практически нет. То есть все стерто. Особенно вот эта часть. Вот этот пакет фрикционов, это больное место этих коробок. А6МФ, а также А6ЛФ. Так вот, здесь он стерся до основания. То есть фрикционной накладки в принципе уже нет. Далее. На металлическом диске тоже неровная поверхность. Потому что вот эти вот следы, это все под замену, естественно. Здесь очень тонкий фрикционный слой. То есть не совсем это в щепке, но все же. Далее. Вот он, кстати, поршень, который все время откручивается. На примере я покажу, как это все происходит на других модификациях этой же трансмиссии. Далее. Пакет фрикционов, который в слабом месте данной трансмиссии находится, где откручивается поршень. Данный пакет выглядит в целом неплохо. Видно, что он не горел, но имеет ряд повреждений небольших, царапин и прочее. Так, теперь из барабана достали еще один пакет. Все это находится в первой части коробки, ну то есть со стороны колокола. Три пакета фрикционов получается. Здесь фрикционы односторонние. С одной стороны есть накладка, с другой стороны нет накладки. Что с ними происходит? Так, посмотрим. Посмотрим. Здесь они подтерты достаточно сильные. Тоже их под замену. Здесь температура тоже достигала апогея в нерабочем диапазоне она была. Так, масляный фильтр, я так думаю, мы разрежем, ну, то есть чтобы посмотреть, что там внутри. Так, еще что интересного, вот пакет фриков, да, опять мы его рассмотрим. Не сразу заметил, один из фриков стал здесь, как вам сказать, более вогнутым, что ли. Ну вот, если можно посмотреть. Ну то есть он в конический превратился. Ну то есть он абсолютно ровный по плоскости должен быть. А здесь он превратился, под конус стал. То есть вот он угол, под углом. Это значит, что работала температура, ну, ее, так сказать, отрицательное влияние. Когда они схлопывались, они спеклись, что даже повело металл. Ну и в скором времени, если бы трансмиссию еще бы эксплуатировали несколько тысяч километров, во-первых, она через несколько тысяч 100% бы стала, начали в аварийный режим, не за горами, буквально вот на днях бы. И потом она уже окончательно бы не поехала. Потому что тут как бы такая вот ситуация. Масляный фильтр сейчас мы разберем. Разрежем, посмотрим, что там внутри. Есть подозрение, что он в забитом состоянии. И видим то, что он полностью забит. Продуктах износа. Это так масляный фильтр выглядит. То есть это фрикционы осыпались. Фрикционы осыпались, то есть стерлись до такого состояния. Вот. Вся грязь
и продукт износа от фрикционов, если так можно назвать, а именно полноценно фрикционно, осели здесь. Препятствовала, данная позиция препятствовала протоку масла, отсюда посторонний звук при включении драйва и реверса и при езде. Но если так продолжать ездить, я так думаю, то, что это не есть хорошо. Она в скором времени все равно бы приехала бы на эвакуаторе. Он для этого и нужен, чтобы сберечь масляный насос, ну и самое главное, это гидроблок. Потому что гидроблок — это тоже дорогое занятие. Так, полностью отдефектовали трансмиссию, сняли гидроблок. Мы будем проводить его ревизию, естественно. На нем я не вижу никакой грязи, кусочков фрикционов на нем тоже нет. Масло в хорошем состоянии, оно единственное то, что горелое. Это пакет овердрайва в задней крышке, который находится. Можно увидеть его состояние, он идеальный. Далее пакет задней передачи сзади находится, со стороны задней крышки. Он тоже в идеальном состоянии. Этот планетарный механизм, он тоже вполне себе рабочий. Плюс к этому нареканий по крышке нет. Крышка сама, это вот эта вот позиция. Здесь бывает так, что изнашивается вот эта посадочная плоскость для тефлона и идет уход давления. Но это уже касается пробуксовок. Коробка разбирается вовремя. Это означает то, что если на ней продолжать в том же режиме ездить хотя бы несколько тысяч, то ремонт вышел бы дороже, нежели сейчас. Сейчас же есть по ней коррективы, мы все уплотнения поменяем, полностью поменяем все пакеты фрикционов, за исключением нормальных, естественно, изношенные поменяем. Все резиновые уплотнения. Вот здесь можно посмотреть. Вот эти уплотнения тоже требуют всегда замены. И будем уже собирать. Ну и в обязательном порядке мы почистим гидроблок. Потому что чистка гидроблока, это, учитывая в каком состоянии масляный фильтр, необходимо. У нас что произошло? Под масляным насосом, вот, кстати, это поршень, который на масляном насосе находится, износился пакет фрикционов. Фрикционы осыпались, то есть стерся фрикционный слой и оказался в фильтре. После того, как он оказался в фильтре, у нас проток масла уменьшился по интенсивности и давала вся гидросистема посторонний шум, именно вой непонятного характера. По остальным позициям нареканий нет. Получается, бублик крутит эту позицию, нагнетается давление, через масляные каналы распределяется. Все предельно просто. Плюс еще в корпусе масляного насоса существует поршень. Вот он. Он срабатывает и сжимает этот пакет фрикционов 2-6, которая у нас сгорела. Вот он, корпус поршня, где ломает вот эти вот ушки. Здесь они в хорошем состоянии. Сама часть в идеальном состоянии. Вот эти болтики, которые сюда вкручиваются, мы посадим на клей. Будем менять фрикционы. Вот они новые, как выглядят вместе с дисками. Вот даже для сравнения, какой здесь фрикцион, вот он, ровный, нормальный, и фрикцион, который стал под конус, его выгнуло, и это очень плохо. Могло бы разбить этот барабан, что тоже бывает, в принципе-то. То есть фрикцион стал под конус, он под конус быть не должен. Должен быть абсолютно идеально ровно.
Вот он, новый фильтр. Его менять 100%, естественно. Его поменять при замене масла, конечно, проблематично, ввиду того, что он внутри вот так вот крепится. После сборки обязательно прохлопываются пакеты давлением, чтобы можно было проверить, в рабочем состоянии они или нет. Если пакет нормально не прохлопывается, то какой-то косяк в сборке существует. Гидроблок тут тоже регулируется, можно здесь накрутить так, что машина не поедет, поэтому регулировки трогать не следует, вот эти вот под шестигранник. Также это регуляторы давления. Собрали коробку, установили на автомобиль, сейчас проверим. Есть ли посторонние шумы при включении драйва либо реверса? Что вообще хорошего происходит? Так, пока что все нормально. Как на реверсе у нас основной звук был. Вот отпускаем. Так, на реверсе все тихо. Пристегиваться не будем, машина на подъемнике. На драйве теперь. На подъемнике все тихо абсолютно. Хочется отметить, что есть несколько основных детских болезней данной трансмиссии, а именно на полном приводе, что А6МФ, что А6ЛФ, страдает дифференциал. В скором времени все равно пришлось бы снимать здесь трансмиссию по причине отказа полного привода. Дифференциал, а именно его шлицевое соединение с раздаткой. Со временем происходит износ, и полный привод отказывается работать в принципе, потому что нет зацепления. Замена диффа – это достаточно частая позиция на этих трансмиссиях. Плюс к этому замена данного пакета. Это пакет 2.6, мы разобрались. Он очень часто изнашивается и меняется на доработанный пакет. Плюс к этому, самое главное, ломается поршень андердрайва. Андердрайва, который прикручен на двух маленьких болтиках. Повезло, что не треснула данная позиция. Ну, то есть, не улетел кусок вместе с болтом. А так, это было бы... А также бывает, что раскручена вся его, так сказать, составляющая, вся его основа. То есть в заводских условиях, когда собирается данная коробка, герметик резьбы не применяется, и затяжка болтов тоже в странном порядке происходит, что поршень откручивается и его ломает. Забитый масляный фильтр – это следствие. Причиной является то, что фрикционный материал отскочил от клеевой основы, то есть фрикцион начал разрушаться, фрикционный материал отвалился кусками, оседал в масляном фильтре, забился масляный фильтр, зашумел масляный насос по причине недостатка давления. Из-за чего это произошло? Это повышенная температура работы коробки. Машина эксплуатировалась в очень жестких условиях и в жестком режиме. И, возможно, это был какой-то оффроуд достаточно серьезный, либо просто постоянно на ней прожигали по городу. Важно, чтобы коробка после всяческих прожигов и резких обгонов равномерно проехала несколько километров. Почему? Если соблюдать вот этот тепловой баланс, имеется в виду ездить в пол, потом давать коробке остыть, то есть несколько километров в спокойном режиме, то фрикционы они остынут, на них термическая нагрузка будет минимальна. А если постоянно ездить в пол, не давать коробке, так сказать, передышку, то, возможно,
разрушение фрикционного слоя, что повлечет за собой такие последствия. Последующий капитальный ремонт. Здесь в данном случае мы обошлись малой кровью, потому что это было замечено на ранней стадии. Поэтому нужно эксплуатировать трансмиссию автоматическую в щадящем режиме. Тем более она на данном автомобиле не приспособлена для постоянных прожигов или постоянного оффроуда. Она просто этого не выдержит. Берегите свои автоматические трансмиссии. Всем удачи на дорогах. Всем пока. Так, полностью обкатали, прогрели. Можно в таком режиме, в режиме за город ее проверить. Так она себя ведет адекватно. Переключается, плавность переключения все та же, что была изначально. Никаких посторонних вещей не происходит. И ударности тоже никакой. Поэтому после капитального ремонта важно знать, что правильно обкатать нужно. Именно данная трансмиссия, она очень сильно зависит от правильной обкатки. Если неверно обкатать, то вся работа — это коту под хвост, можно так сказать. Плюс к этому необходимо учесть то, что масляный фильтр меняется при капитальном ремонте. Соответственно, меняем масло почаще. Покупаем бэушный автомобиль, слушаем посторонние шумы и обращаем внимание на полный привод. Потому что, чтобы поменять дифференциал, нужно так и так коробку разбирать. Бывает также, что после минимальных каких-то манипуляций, замены масляного фильтра там, или замены соленоида, она себя перестает адекватно вести. Именно вот эта трансмиссия. А6МФ либо А6ЛФ. Здесь нужно грамотно определить вердикт и уже как-то действовать.